большой Дежанти РФ, и мы сейчас смотрим сумку рюкзак, рюкзак-сумку стрим. Вот ее большой сестра или старший брат. Я думаю, это там троюродный дедушка. Троюродный дедушка Бивер, да. Вот он такой матерый, мягенький, это такой более современный. С похожих материалов сейчас Новатур все еще делает рюкзаки. Вот, соответственно, мы ее сейчас... Облачись. О, кстати, смотрите, какая фурнитура интересная. Фурнитура просто Web 2.0. Я думаю так, наверное, облачись в Бивера сначала. Господи, для контраста. Мне неохота это делать. Мы просто, чтобы все увидели. Голодные, холодные, вдалеке от дома. Ну, ладно. Ну, Бивер, он как бы... Он Бивер. Да. Можно утянуть. Кстати, хорошо, а теперь сравниваем. Хорошо сидит, кстати, смотрите обзор. В принципе, Бивер может... Матерый быть... дедушка, а это вообще троюродный племянник. Ограниченный тересен. Я не уверен, что он девается на спину, но все-таки... На спину удобнее. Вот. Ну, как бы сидит. Если сильно тянуть. А попробуй наперед. Лопата будет сидеть. Вот, надо немножко ослабить его. И как бы вперед. Ну, так, средний. Еще можно на бок. Но чувствую себя беременной кенгурой. Соответственно, тут есть боковые кармашки. Да, очень похоже на Новатур по качеству. Кстати, если бы это был Новатур, я бы вообще даже бы не подумал. Вот. Немножко материал обработанный. Самое тут главное есть. Раскрыть. Самое главное. Это карман, да? Давай сначала посмотрим все остальные там. Есть вот такой карман. Сюда можно брать. Кстати, ты знаешь, нет, он спереди сидит нормально, в отличие от Бивера. Ну, то есть ничего криминального. Вот можно брать iPad'ик. Вполне по необходимости. Так. Ну, сюда тоже что-то можно брать. Вот еще один карман. Где он? Сюда можно что-то убрать. Сюда телефон вполне влезет без проблем, даже лопата, мне кажется. Есть на что ключи повесить. В общем, полезные опции. И его главная особенность. Симсалабим, рахат лукум. В общем-то понятно, откуда растут ноги у сумки. И как бы кенгуру готовится рожать. Беременная. И рожает. Больше на кальмара похоже, знаешь. Вот, соответственно, появляются боковые карманы. Да, и рюкзак превращается в рюкзак. Сейчас мы глянем, что здесь есть. А есть здесь пустое пространство. В общем-то, больше ничего особо здесь нет. Давайте. Я думаю, надо уже, пора пришла перестегнуть его. Да. Ну, вот тут лямки явно не под мой размер. Надо их отпустить. Вот. Если их перестегнуть, получается достаточно интересная и странная комбинация. То есть мы, с одной стороны, имеем такой кальмаровый, в смысле, сквидом или креветкой называют мотоциклистов без защиты, которые куда-нибудь въезжают. Еще креветками зовут мотоциклистов на спортмотоциклах. Первых из-за внешнего вида всем, чем можно, наружу и мягкости, вторых из-за просто внешнего вида. Вот. То есть у них мягкий рюкзак, но при этом разгрузочную систему достаточно неплохую. Надо понять, будет ли он сильно что-то разгружать. Я бы сказал, что, наверное, все-таки нет, потому что жесткости здесь нигде нет. То есть, да, какая-то разгрузка есть, но номинальная. Но при этом достаточно интересное решение с упакованием в сумочку, потому что сумочка, вот в отличие от такого спорного Бивера, который нужен, наверное, для леса, да, каких-то таких дел, вот этот рюкзак может вполне нормально пригодиться в поездках, в том числе и походах по каким-то европейским городам, да, и просмотру достопримечательностей даже. Но я все-таки за отдельный маленький сквизи и за отдельную поясную сумочку. Сквизи, поясная сумочка, нам еще подсказали, есть вариант купить по сумок для сброса патронов, прицепить его на пояс и по необходимости разворачивать. Несколько посумков, да. Да, из маленькой сумочки он превращается в такой довольно удобный мешок, хорошо для ягод, грибов и шишек. Ничего там еще собираете. Да, который растет на улицах Европы. Да, Шанти РФ. Пишите комментарии, ставьте лайки, а мы пошли посмотрим весь мешок.